очень много случаев в моей практике с женским препаратом, который я назвал «Female». Часто женщины приходят с диагнозом миома матки, мастопатия, личностные проблемы со второй половиной, проблемы социальные, депрессия, огромное количество симптомов. И в данном случае как раз комплексная гомеопатия идеально помогает. Начинает уходить, в первую очередь, это видно по эмоциональному состоянию, начинает уходить депрессия, начинает гармонизироваться гормональный баланс. Сразу же видно, что в течение уже месяца-двух уходит уплотнение на груди, уходят признаки мастопатии, и миома начинает уменьшаться. Но если миома 5-7 недель, то иногда уходит до 5-6 месяцев, но мастопатия уходит за месяц-два. За месяц идут улучшения психоэмоциональные. И вот как раз вот такой комплексный подход в женском лечении, когда огромное количество симптомов и сразу в разных сферах, очень хорошо заметно действие.